Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Приморского края регулярно проводят профилактические беседы с рыбаками-любителями. Цель таких мероприятий – предупредить возникновение происшествий на несформировавшемся льду. Именно поэтому инспекторы провели очередное патрулирование в северной части акватории Амурского залива. Любителям зимней рыбалки раздали информационные памятки, в которых подробно описываются правила безопасности и рекомендации, как себя вести в случае провала под лед. Но несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников МЧС России, граждане из раза в раз продолжают рисковать жизнью и выходить на тонкий лед. Выход и выезд на лед является административным правонарушением и может повлечь за собой санкции в виде штрафа от 1 до 50 тысяч рублей за выезд и 500 рублей за выход на лед.